Видео предоставлено сайтом online-gdz.net. Всем привет! Сейчас мы выполним задание Lesson 33, урок 33, Exercise No. 2, упражнение 2. По составленному дома плану расскажи о новом актере, которого ты предполагаешь взять в труппу. Не забудь сказать о том, что он не умеет делать. Например, она не умеет играть на пианино, как на втором рисунке. She cannot play the piano. Для начала скажем, у меня есть хорошая подруга. I have a good friend. Она девочка. She is a girl. Она высокая. She is tall. Она милая, she is nice. Она живет в большом доме. She lives, не забывайте об окончании s в глаголе, после местоимения в третьем лице she. She lives in a big house. Она живет в большом доме. Она умеет играть на пианино. She can play the piano. Обязательно употребляйте определенные артикли «д», когда речь идет о музыкальных инструментах. Она не умеет кататься на велосипеде. She cannot ride a bike. Или полное слово bicycle. She cannot ride a bicycle. Она любит играть со мной. She likes to play with me. She likes play with me. Мне нравится моя подруга. I like my friend. Итак, I have a good friend. She is a girl. She is tall. She is nice. She lives in a big house. She can play the piano. She cannot ride a bicycle. She likes play with me. I like my friend. У меня есть хорошая подруга. Она девочка. Она высокая. Она милая. Она живет в большом доме. Она умеет играть на пианино. Она не умеет кататься на велосипеде. Ей нравится играть со мной. Мне нравится моя подруга. Задание выполнено. Если хотите смотреть больше видео, подписывайтесь на наш канал и на наши группы в социальных сетях. Спасибо, что смотрите нас.